Россия понимает, что ее заменить нечем. Как бы ни развивался брюссельский процесс, сколько бы пользы он ни приносил Армении в переговорном процессе, да, каким бы образом это ни происходило бы, Брюссель может предоставить Армении площадку для переговоров. По-серьезному давить на Азербайджан Брюссель не может, у него нет такого инструментария. Ну и Россия по-серьезному не может давить на Азербайджан. В принципе. Если говорить, вот как раз в принципе это вопрос. Может или хочет, тут другой разговор. Может быть, она имеет такую возможность, но эту возможность не задействует по очень многим причинам. Да? Но Брюссель не может. У России, повторюсь, есть этот инструментарий. Давите на Армению и на Азербайджан. Россия имеет такую возможность. Да? Ну, если говорить об Армении, ну элементарно. Да? Безопасность жителей Нагорного Карабаха обеспечивают, начиная с 2020 года, не армяне, а русские.